Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это особый выпуск, который мы решили посвятить IDO. IDO, ICO, IEO – что это такое? Чем они отличаются? Как принимать в них участие? Почему об этом все говорят? Сегодня вы узнаете мое мнение по ряду самых популярных IEO 2021 года, мая. Если вы уже знаете про Binance Launch Pool, Binance Launchpad, их разницу, про Polkastart, про Paid Network, Ignition и L-Pool, то можете спокойно закрывать это видео, ждать вторую часть или ресерчить сами. Ну а если эти слова для вас значат не так много, то оставайтесь, скоро узнаете мое мнение, я расскажу о том, как участвовать в IDO и на какие реторны, иксы можно рассчитывать, что для этого нужно. Идея создать такое видео пришла после того, как я увидел вот эту инфографику, на которой четко показано, какое количество так называемых ланч-пулов, то есть площадок для запуска новых токенов, существует и еще будет существовать в самом ближайшем времени. Я понял, что их очень много, они все разные, и наверняка вам, дорогие друзья, будет полезно о них узнать. Но давайте начнем с самого начала. В 2017 году, когда запустили эфир, случился взрыв ICO, то есть эфир – смарт-криптовалюты, которые позволяют писать свои собственные токены, известные как ERC-20 токены, на которых действительно написано большинство разных криптовалют. Когда создавать свой токен стало сравнительно просто, собрались группы умных людей, у которых была какая-то идея, но они не могли поднять деньги через IPO, Initial Public Offering. Для того, чтобы вас залистили на Нью-Йоркской фондовой бирже, нужно соответствовать целому ряду правил. У вас должна быть очень большая маркет-капитализация, и нужно следовать огромному списку правил и соответствовать критериям. Чтобы создать ICO, Initial Coin Offering вместо Public Coin, ICO. Ничего не нужно, нужно просто сделать собственную валюту, сделать желательно какой-то лендос, да, лендинг сайт, на котором написать, что вот мы такие умные, хотим решать какую-то проблему. Дайте нам денег, мы продаем свои токены, которые мы напечатали, давайте нам свой эфир или какие-то другие токены. В принципе, идея классная, потому что действительно очень много умных, молодых и не очень молодых людей с какими-то идеями, но их проблема фандинг, да, то есть где поднять денег. Друзей уже у всех собрали, а у них столько нет, никто, серьезный человек вам не даст кредит, можно обратиться к людям, да, к обычным крауд-инвесторам, которых есть какая-то копеечка, которые хотят поучаствовать в проекте. Но после того, как появились несколько реальных проектов, тут же появилась куча скамеров, которые просто клепали каждый день новые лендинги и собирали под это денежки, обещали все там от, не знаю, какой-то VR-реальности до излечения рака, СПИДа и прочих болезней. И в итоге они просто собирали все эти деньги и отчаливали на яхты, прогуливали весь эфир. После этого пузырь ICO лопнул, и люди стали относиться с опаской ко всему, у чего есть приставка ICO. И если бы какие-то реальные проекты не успели собрать деньги еще до того, как ICO стало ругательным словом, то мы бы не увидели, например, такой проект, как Aave, который подняли не такие уж большие, по понятиям 2017 года, 17 миллионов долларов, а сейчас эта криптовалюта оценивается в миллиарды. Вот, так что это вот, например, пример реального проекта, где люди подняли деньги, засели на 3 года в медвежьем рынке, что-то делали проект, в итоге вышли и погорели рынок. Ну, а те 99% ICO, которые канули в лету, о них мы сейчас говорить не будем. Это просто такое интро о том, что такое ICO. И значит, после того, как испугали всех инвесторов, ICO подзатихло, но на самом деле тема-то хорошая, рынок-то есть, и тогда появились IEO, Initial Exchange Offering. И первым был Binance, ну, может быть, не первым, всегда о том, кто был самым первым, сказать сложно, но я знаю, что таким популярным был Binance. И вот здесь есть список IEO, Initial Exchange Offerings от Binance. Бред и Гифта я не застал, потому что был в 2017 году, я пришел в крипту в 2018, и BitTorrent, да-да, тот самый BTT, любимый мне многими и Джастином Саном токен, был первым IEO на Binance, который я помню. Чтобы участвовать в IEO на Binance, нужно было ходлить токены BNB, и там была система лотереи, то есть вы держите определенное количество токенов, там был какой-то минимум 100, по-моему, токенов или 500, тогда они стоили копейки. Тогда BNB стоил, по-моему, около 5 долларов. Вот, в общем, нужно было держать определенное количество токенов, они давали вам шанс поучаствовать в лотерее.
типа как на CoinList, только чтобы участвовать. Нужно не просто создать аккаунт, а ходлить BNB. Делались снэпшоты, по-моему, в 7 дней или раз в 30 дней. Значит, там те, кто ходлил дольше, у них были больше шансы. И потом давали allocation. То есть, если ты подходил по всем вот этим критериям, тебе давали возможность купить, там, допустим, на $500 токены BTT по цене пресейла. То есть, вся идея в том, что покупать токены до того, как они дойдут на рынок, чтобы как бы дать такой старт проекту. И вот здесь дальше покрутить, мы увидим многие проекты, которые пришли к успеху. Polygon, это Matic, да, Seller Network, Harmony Token One, Elrond Network, естественно, и GLD дал 500 иксов. Это вот иксы, да, это не 500%, это 500 иксов. То есть это там тысячи процентов. Wink, Band Protocol, Kava, Wazer X и так далее. Sandbox, Injective. Это все проекты были запущены на IEO Binance. И дали многие из них иксы, но, правда, ходлить надо было годами, чтобы получить вот эти результаты. Это, опять же, была сводка из истории. После этого как-то тоже потихонечку это утихло, да, оно выходило, но как-то не так часто, не так интересно, и нужно было ходлить достаточно большое количество BNB, и получалось там, ну и в момент запуска тоже хватало не всем, нужно было успеть расхватывать, и расхватывали все это боты, и тоже комьюнити очень жаловалось, так что меня это интересовало не очень, хотя поначалу я где-то даже принимал участие, по-моему, я пытался купить... не помню, BTT или FED, но где-то совсем в начале. Ну и потом сейчас уже, в 2021 году, когда я снова вернулся активно в крипту, все говорили про CoinList и до сих пор говорят. И сейчас вы, наверное, все, если даже не принимали участие, то слышали, что можно создать аккаунт, на него даже не надо загружать деньги, главное пройти верификацию. Паспорт, лицо, документы, показываешь свою прописку и становишься в очередь на проект. Почему мне изначально не понравилась тема с CoinList? Потому что там тогда был проект Casper, когда я только начинал свой канал. Почему я туда не пошел, почему я не создал проект? Мне не нравится такая фишка, куда идет весь интернет. То есть весь интернет шумел о CoinList и Casper. И я, честно говоря, не был уверен, что хорошо все запустится. Но я, кстати, даже сейчас не знаю, сколько стоит Casper, но... Я уверен, что те, кто его купили, хорошо заработали на IDO. Но что мне не нравится в CoinList, это огромное количество участников. Потому что действительно ничего не стоит создать аккаунт, а многие люди нашли эксплойты, добыли где-то документы, родственников, людей и зарегали десятки, сотни аккаунтов. Несмотря на проверки и, как бы, наверное, CoinList пытается это предотвратить, как-то сражается с мультилогинами, но на самом деле умельцы, естественно, находят способы. И опять же, забирают allocation только те, кто, ну, не только те, да, лотерея вроде бы как рандомная, и, в принципе, есть у каждого шанс получить allocation, но он недостаточно интересен, на мой взгляд, чтобы мне, например, тратить свое время, хотя я знаю, что люди хорошо на этом зарабатывают, поэтому, в принципе, вердикт каков. Если у вас есть желание, можете здесь зарегистрироваться. Если вы не боитесь, что CoinList потеряет ваши данные, прописку и документы, то, пожалуйста, регистрируйтесь. Почему бы нет? Есть там шанс 1 из 250 тысяч, что вы получите свой локейшн. Ну и, конечно, иксы тогда придут. У меня нет аккаунта на CoinList. Я лично не принимаю участие в CoinList. Дальше есть Binance, опять же, у них есть Binance Launchpad и Binance Launch Pool. Давайте разберемся, в чем разница. Binance Launchpad, он начался еще тогда, когда я вам говорил, в 2017-18 годах. Сейчас они, в принципе, продолжают, я так понимаю, более-менее по той же схеме. Схема в том, что нужно ходлить BNB, и они делают снэпшоты, то есть такие, как это, типа фотографии ваших баланса на счету, и в течение 7 дней смотрят, сколько у вас там в среднем это было BNB на счету. Если вы принимаете участие, то вам какой-то небольшой кусочек дадут купить, поучаствовать в распродаже токена. Вот, например, был токен TKO. То есть они, по-моему, дают всем, кто хочет, но крайне маленький кусочек. То есть, допустим, вот там вам могут дать, не знаю, купить этого токена на несколько долларов, потому что у вас там не так много Binance BNB токенов на балансе, и они вам дадут часть от
баланса, которого вы держите. Не весь баланс, не то, что если вы держите один BNB, значит, вы сможете купить на BNB этих токенов по пресейл цене. Нет, цена будет действительно 10 центов, вы сможете ее купить и потом продать, когда токены придут на биржу, но это будет совсем маленькая крупица, потому что, естественно, людей, опять же, хочет поучаствовать много. А дальше у них есть ланч пул. Работает он по другому принципу. Здесь вы берете и стейкаете токены, например, BUSD или BNB пул, у них есть разные проценты, и получаете вы в награду новые токены. Вот, например, здесь они раздают токен TLM, и еще 4 дня 22 часа они будут раздавать токены. То есть вы лочите токены BUSD или BNB и, соответственно, получаете токены TLM в качестве награды. То есть вы как бы фармите новые токены, которые они хотят запустить. Мне кажется, если честно, между двумя системами, мне кажется, что это интереснее, потому что здесь, ну, как-то, мне кажется, прозрачнее, да, сколько они там порешают, пофотографируют, 7 дней, какой-то average высчитают. Наверное, есть формулы, наверное, все-таки достаточно это прозрачно, но здесь мне, например, понятно, если я BUSD положил сюда 11% годовых, пересчитал на месяц, за месяц я получу там столько-то токенов TLM. Ну, это, значит, такие централизованный вариант от Binance. Есть одна из первых, IDO, Initial Decentralized Offering, то есть децентрализованная, опять же, ланч пул, все то же самое, только не от Binance, а от децентрализованного проекта. Одним из первых был Polka Starter. И чтобы участвовать в Polka Starter, нужно было иметь 3000 токенов Pulse. Я один раз даже собрал 3000 токенов Pulse, по-моему, по $4, что ли, то есть где-то на $12,000. Но здесь в чем фишка? Значит, вот они говорят, что будут вот эти проекты запускаться на Polka Starter. Нужно ходлить как минимум 7 дней токены Pulse, чтобы принять участие. Дальше вы выбираете этот проект, можно про него все это прочитать, изучить, но нас интересует, как войти в IDO, собственно. И здесь пока что еще это не открыто, да, то есть, в общем, за несколько часов они откроют этот пул, можно будет нажать, но они дадут время, например, там 12 часов, грубо говоря, через 4 дня откроется этот пул. Но проблема в том, что желающих и тех, у кого есть 3000 токенов Pulse, их очень много. И здесь начинаются войны, gas wars, как их называют по-английски, то есть войны, меряются люди эфировым газом. То есть, чтобы получить вот этот allocation в Polka Starter, нужно, чтобы ваша транзакция прошла быстрее моей, если вы хотите получить. Или моя транзакция должна пройти быстрее вашей, чтобы токены достались мне, а не вам. Во-первых, у них валится сайт. То есть, я честно отходлил 3000 Pulse, попытался поучаствовать в токен сейле. Сейчас я даже вспомню, кого. Polka Markets, по-моему. И в момент, значит, когда начинается сейл, ты заходишь, и у них все ложится, на сайт попасть невозможно, и когда ты уже попадаешь, там уже 60% сейлс прошло, вы нажимаете, и дальше нужно ввести газ, это все глючит, нужно пытаться успеть ввести газ, и нужно дать его гораздо больше, чем все вокруг, то есть порой вы заплатите несколько сотен сотен, да, а то и, может быть, до $1000, чтобы захватить там 0,2, допустим, эфира в этих токенах. И мы видим, что всего, например, здесь поучаствовало 176 человек, в Superfarm поучаствовало 326 человек. И эти люди, чтобы получить четверть эфира в токенах Super, потратили очень-очень много денег на газ. И, конечно, цена здесь классная, за эфир давали, на один эфир, получается, давали 76 токенов, 1000 токенов, супер, это круто, молодцы, кто получил, но этих людей было не так уж много. Причем, если вы отправили свою транзакцию, а токенов вам не хватило, то транзакция ваша fail, получается, не прошла, вы газ заплатили, спасибо, но токенов вы не получите. Дальше мне интересен токен paid. Я знаю, что многие из вас думают, что токен paid это скам. Сейчас я немножечко расскажу его историю. Опять же, когда я только начинал свой канал, буквально на второй или на третий день, у меня там еще сотни подписчиков не было,
случился вот этот вот, да, я запустил канал 3 марта, а 5 случилось, 5 ночью, да, случился вот этот вот эксплойт контракта. Значит, что случилось здесь по официальной версии Foundation Paid, да, Kyle Seal говорил, что те, кто им делали смарт-контракт, да, и когда они передали смарт-контракт в Paid Foundation, они у себя, вот эти архитекторы, которые строили смарт-контракт, они не отдали им все ключи, или у них где-то сохранилась копия. И когда они там делали кому-то следующему этот смарт-контракт, ключи от Paid утекли куда-то дальше, и там уже злоумышленники воспользовались этими ключами, нагенерили себе токенов и попытались, значит, окэшиться, вывести какие-то там миллионы долларов через токены Paid. Значит, лично мое мнение, считаю ли я, что это было сделано специально, что кого-то обманули? Нет, я считаю, что действительно это был взлом, потому что не похож, ну, Кайл на человека, который строил этот проект всю свою жизнь, а теперь он решил ради нескольких там миллионов долларов взломать работу там нескольких своих лет. Мне кажется, это натянуто, да, ну, что я знаю, это чисто мое мнение. У меня есть видео, где я говорю, не покупайте токены Paid, потому что как только их взломали, они написали на своем сайте, в Твиттере, везде, в Телеграме, что вот здесь токены Paid покупать не надо. Значит, этот дип, когда кто-то там, кто-то продал, кто-то паник сел, продал по 30 центов, кто-то пытался купить по 27 центов, они говорили, что нет, ничего не делайте, если у вас токены были на состоянии там 5 марта, не продавайте и не покупайте. Вот. И у меня, кстати, были токены. Я их продал еще до того, как прочитал объявление, потерял на них и сказал, что вот здесь, выпустил видео, говорил, что вот здесь покупать токены не надо. И я говорил, что я не думаю, что они смогут вернуться на рынок, потому что однажды, потеряв доверие крипто-комьюнити, вернуться очень сложно. Но я был неправ, они вернулись сильнее и как бы мощнее, чем раньше. И я считаю, что токены Paid действительно заслуживают вашего внимания. У них большой очень circulation supply, 500 000 токенов. Сейчас только 92 миллиона токенов в обращении. И как работает Paid Ignition? Значит, у них есть ланчпул, который называется Ignition Launchpad. Не ланчпул, а ланчпад, да? Чтобы принимать участие в ланчпаде от Paid, нужно иметь хотя бы 1000 токенов Paid. Я понимаю, что $2330 для многих из вас – это очень большие деньги, но есть и те, для которых это, например, 10-20% портфолио. Конечно, рискованно складывать все в один альткоин, но в принципе я считаю, что это неплохой вариант. Я для себя решил, что я буду покупать токены Paid. Я уже купил 2000 токенов Paid позавчера, по-моему, и сегодня я куплю на ваших глазах еще 2000 токенов Paid. Что я для этого продам, я вам тоже сейчас покажу буквально через несколько минут. Что меня еще раз подвигло на покупке токенов Paid? Во-первых, я проанализировал результаты их IDO. С первого Shadows до Smoothie, у которых есть пресейл цена, текущая цена на постоянии на 30 число на вчера, и это проценты, которые можно было бы забрать по состоянию на 30 апреля. И я единственное, что не смог найти, какой был максимальный локейшн EOS и Deeper, поэтому просто написал $200, можно написать там 100 или сколько-то и посчитать. И общая сумма, если бы вы принимали участие в каждом IDO этих проектов, то вы бы инвестировали $1750, а стоили бы они сейчас, то есть вытащить вы могли бы $33416. Это 1810%, 19x. Но согласитесь, за 2 месяца 19x наторговать непросто. Вот. Естественно, получить allocation в каждом из этих проектов, имея только 1000 токенов, это маловероятно, потому что, опять же, желающих много. Ну и стоит отметить, что у Paid есть так называемый, есть вот Moon, да, а есть Galaxy. И у те, у кого 75 тысяч токенов Paid, то они получают одно гарантированное allocation в Galaxy. То есть им не надо драться, им надо просто зайти и купить свои токены на определенную небольшую сумму. Ну, правда, плюс еще 75 тысяч токенов Paid дают им 75 билетов в категорию Moon. Так что, конечно, киты все равно в любом случае получат больше, чем обычные люди мы с вами. Но такова жизнь.
Вот, какая стратегия, если, допустим, у меня было бы 1000 токенов paid, и я бы выиграл какой-то allocation, скорее всего, я продал бы токены, которые я получил бы, и докупил еще токенов paid, таким образом увеличив свои шансы. И это, в общем-то, мой план. Я буду так делать. Globe, вы знаете, даже, наверное, что это партнерка с Superfarm. Вот здесь есть для Superfarm Holder of Allocation. Но да, это не суть сегодняшнего видео. Так, значит, про Paid Ignition, я надеюсь, рассказал. А, да, ну и еще, что меня сподвигло, это то, что они в своем Телеграме разыгрывают вот эти Galaxy Allocation, гарантированные Allocation, они разыгрывают по 3 билета, там нужно лайкнуть что-то там на Твиттере, ретвитнуть, кого-то отметить, следить за этими проектами, ну и, естественно, ходлить хотя бы 1000 токенов Paid. Мне кажется, это интересно, получить Galaxy Allocation было бы классно, хотя, конечно, желающих, опять же, очень много. Ну, видео уже длинное, буду заканчивать проектом LaunchPool. Из тех, кто, те из вас, кто следит за мной внимательно, знают, что я стейкал токены LPool, когда я снял с прошлого фарминга на OneInch, я разделил, часть положил на PancakeSwap и часть положил на Ethereum стейкинг здесь. Сейчас я сниму часть своих LPool токенов, продам эфир и докуплю 250 токенов LPool. Для чего? Я вам сейчас покажу. Итак, друзья мои, как вы помните, 15 апреля я застейкал сюда пару UniPool ради процентов, 380% годовых, и собирался 15 мая посмотреть, сколько нам накапало. Цена токена LaunchPool тогда была около 23 долларов. Вот, можно посмотреть. Так, приблизительно... Да, где-то вот 15 апреля цена была около 21-23 долларов. Как вы уже знаете, я вижу ценность в токене Paid, и сейчас токен Paid упал до цены 2 доллара 34 цента, а, например, того же 15 апреля он был около 4,5, даже больше, чем 4,5 долларов. То есть он упал больше, чем в половину, а токен LaunchPool просел где-то процентов на 30. То есть теперь, плюс еще мне наманилось 78 токенов LaunchPool, и я сниму этот профит вместе с ревордами и вытащу свою ликвидность, которую я закинул сюда. Низкие цены на газ, что не может не радовать. И сейчас я расстейкаю эту пару на Uniswap. Оставлю здесь небольшое количество токенов LPool и покажу, что я буду делать с ними. А основное, я на них куплю токены Paid, пока на них есть хорошая скидка. Сейчас расстейкается, и мы увидим. Здесь появятся мои токены LPool и VEF. Так, транзакция прошла или еще нет? Пендинг. 40 VEF показывало 20. Но все равно, видно, это, наверное, апдейт Берлин так существенно помог решить ситуацию с завышенными ценами на газ. Итак, что я буду делать с токенами LPool? Смотрите, это тоже ланчпад, как можно догадаться из названия. Здесь нужно пройти верификацию, про которую я расскажу отдельно. И здесь они делают что? Можно зайти в проект и застейкать токены LPool под определенный APY, и APY будет выплачен в токенах этого проекта. Пока остался один день 15 часов, да, я сниму это уже сейчас и загружу, например, оставлю себе 250 LPool токенов и буду получать токены этих проектов, которые будут выходить. Остальные поменяю на Paid. Сейчас посмотрим, сколько у меня всего окажется этих токенов. Так, success. Значит, здесь расстейкалось. Да, кстати, многие спрашивают, как найти именно эти токены у себя в кошельке. Вот это PR адрес, да, вот это адрес одного токена, адрес эфира и вот этот адрес LPool, точнее их LP токенов, да. Можно нажать сюда Add Token, Custom Token. Уже, значит, он added где-то, значит, его нужно будет здесь поискать. А, вот это, наверное, они. Значит, я их еще не снял. Я, наверное, их просто расстейкал. Давайте посмотрим. Потому что ты как бы загружаешь ликвидити и стейкаешь. Хотя, странно. А, ну, он стейк. Стейкт. Я не то, значит, нажал. Ну, ладно. Невнимательный платит дважды.
посмотрим, сколько 18 L-Pool токенов будет в эфирах и, собственно, L-Pool токенах. Ну-ка. Так, все прошло. Теперь точно на Uniswap. На моем аккаунте они и покажутся. Ну, а вот они на Uniswap. Да, здесь у меня 288 L-Pool токенов и 1,5 эфира. Нажимаем Remove. И снимаем максимум. Нужно разрешить это действие. Подписываем. И теперь remove. Разрешаем снять. Это уже подороже транзакция. Но для видео мы ускоримся немножечко. Транзакция submitted. И теперь я буду поменяю LP токены на эфир. И LPool токены, да. И оставлю в общей сложности всего 250 токенов. Вот смотрим на транзакцию. 1-4 минуты. Ждем. Итак, наша транзакция прошла. Всего у нас 367 L-Pool токенов и 1,5 эфира. Оставляем 250, значит 117 можем продать, да? И 0,44. Все, продаем, оставляем 250. Правильно я посчитал? Да, правильно. Свопаем и забираем свое, да. Транзакция прошла. Возвращаемся на Launch Pool. Проекты. И сейчас мы здесь застейкаем 250 L-Pool токенов максимум. Нет, почему? Здесь я хочу максимум. Подтверждаем. И посмотрим сейчас, какую часть пула мне дадут и сколько. Интересно, сколько токенов на стейк. Вот всего здесь project staking будет час, 1 день 14 часов, ну почти 15. Посмотрим, сколько за это время мне на 250 токенов накапает. Просто чтобы понимать, 250 L-Pool токенов в долларах, например, это $3,500, да, то есть на $3,500 мы сейчас посмотрим, сколько мне за день с чем-то дадут вот этих токенов, сколько они потом будут стоить. Так, ну ладно, это пусть стейкается. Сейчас мы будем менять эфир на токены paid, как я, собственно, и собирался сделать, ради чего мы все это и сделаем. Мы поменяем, например, 1,8 эфира. В принципе, ну да, 1,8 эфира, 0,2 оставим здесь. Давайте свопаем. Свопы обычно я ставлю посильнее, побыстрее, чтобы цена не уходила. Правда, у меня уже еще пока висит предыдущая транзакция. Да, это нехорошо. Лучше так не делать, нужно всегда дождаться, пока пройдет транзакция. Давайте мы лучше ее ускорим. А то так недолго и кошелек себе залочить. Если вы залочили свой кошелек, посмотрите мое видео, как не разориться на эфире. Там будет понятно, что делать, если у вас висит транзакция, как ее пропихнуть или как ее отменить. Все, это success, значит, она теперь застейкалась. Теперь своп, да, все, свопнулось. Отлично, теперь у меня 4000 paid. И у меня 4 билета на Pay. Все, так, посмотрим Launch Pool. Здесь застейкалось, обновим. Посмотрим, как это выглядит. Похоже, что она отменилась просто потому, что у меня та транзакция выбила, что ли. Хм, странно. Ну, давайте попробуем еще раз. А, потому что у меня Custom Non стоит. Все понятно. Лишний раз подтверждает то, что не надо торопиться. Не надо... Если одна транзакция не прошла, не надо отправлять вторую. Это случилось, потому что у меня стоит custom nonce вот здесь. Ладно, потом покажу как-нибудь. Итак, я уже застейкал максимум лимит. Мой процент в пуле не виден. Интересно, как они будут все это распределять. Итак, на L-Pool такая же система, как на Binance.
Здесь можно стейкать токены. Вот я застейкал 250 L-пул токенов, у меня там 0,003% от всего пула, и я получу сколько-то небольшое количество токенов вот этого Greenheart CBD. Вот, тоже интересно, последим, посмотрим, буду принимать участие в этих пулах. Понятно, что я много, очень много токенов я, конечно, здесь не получу своими 250 L-пулами, но посмотрим, как это все будет развиваться, почему бы не принять участие. Ну и закончу я, пожалуй, платформой SuperStarter, про которую нам говорил Elio Trades и которая запускается на моем любимом SuperFarm. Они будут делать то же самое, что по сути делает Ignition Paid, запускать IDO, и те проекты, которые запустятся на этой платформе, они получат доступ к NFT-фармингу, стейкингу и другим LP, то есть Liquidity Providing, инициативным программам. И первый проект, который запустится на SuperStarter, называется ColdStack. Про это говорил вчера Elio Trades в своем видео, когда рассказывал про SuperStarter. И мы видим, что его называют Uber of Clouds, то есть он будет работать с такими проектами, как Filecoin, Stroy, Sia, BitTorrent, Lambda и Arweave. Некоторые из них мне знакомы, некоторые нет. То есть это будет такой, как Amazon для Cloud Storage, да, знаете, как Amazon этим сейчас занимается из централизованного мира, а это будет такой децентрализованный аналог. Я очень жду этого IDO, мы пока не знаем, сколько токенов супер нужно будет ходлить, так же как Pay 1000 и 75 тысяч, или у них будут какие-то другие цифры. Ждем 3 мая, когда запустится Claim портал, я надеюсь, что мы узнаем больше. Элио обещал, что в начале мая уже будет проходить это IDO на платформе SuperStarter. Кстати, интересный факт, если отлистать здесь до конца, то мы увидим, что здесь какие-то наши ребята, они в команде. То есть русские, русскоговорящие ребята собрали такой проект, и он запустится на SuperStarter. Ну все, друзья мои, на этом я буду с вами прощаться. Хорошего вам вечера, воскресенья, начала недели. Увидимся. Май будет полон интересных событий. Если вам понравилось видео про эти IDO, напишите в комментариях, про какие вы бы еще хотели послушать. Ну, а если вся эта фигня, которую вы уже и так знали, то тоже мне об этом напишите, и вторую часть снимать не буду. Спасибо, увидимся, до свидания.